Привет всем. Toyota Prius. Что ж, заглянем под днище. 100 лет не заглядывал. Что ж мы тут видим? Спереди пластик. Масляный фильтр тут. Тут шланги охлаждения электродвигателя. Здесь пробочка. О, там что-то работает все. Включаться, выключаться. Машина сейчас включена. Здесь стоит электродвигатель. Здесь охлаждение электродвигателя. Вот шланги идут охлаждения. Для тех, кто не знает. А тут уже бензиновый двигатель. Вот поддон картера. Масляный фильтр. Тут вентилятор. Даже два. Что-то все включается. Дальше. Шо, эти полуоси, или как их называют, шрусы. Это что такое? Так, дальше рулевая речка. Вот из-под капота. Короче, как всегда, не смог дальше заехать на эстакаду. Вот вообще там завелась машина. Тарахтела. Короче, мне на лямбду менять, а это лямбда хрен знает где, где-то вот тут вот, по-моему. Блин, хрен до нее доберешься. Да, как я понимаю, вторая уже, мне первую надо менять. Да, вот на эстакаду хрен заедешь на акую на этой машине. Нашел вот тут одну эстакаду, но, блин, до конца все равно не смог заехать. Работала, заглохла. Низкая машина. Хрен куда заедешь, только на подъемнике. О, включились вентиляторы. Ну, в общем, вот так вот.